показать вам одно растение, которое мне понравилось по описанию. Также сеяла я семенами. Это тиспезия обыкновенная суматра. Вот этим всходом у меня из семян около 2,5 месяцев. Всходы появляются на 10-14 день. Схожесть у них 100% из всех семян. У меня есть уже 3 больших растения. Ну, как больших, всего 5 месяцев. Но я покажу в отдельном видео. Мне понравились их листики, сердечки. Чем-то по форме напоминают сирень. Такие вот сердечные листики прям. Цвет листиков у молодых такой светло-зеленый, яркий. Но когда подрастают, они становятся более темные. Это растение комнатное для светлого озеленения. Растет деревцем. Можно формировать как кустиком до 1,5 метров. Ствол у них со временем темнеет и становится как деревце. Здесь вот уже деревенеет немножко. Ну вот уже их пора мне рассаживать. Чем сейчас я займусь, покажу их корневую систему. По описанию вот такими цветами он должен цвести. Ну, здесь изображение, конечно, уменьшено листиков. На самом деле большие листики вот такие. И если судя по размеру, то цветы тоже должны быть где-то такого приблизительно диаметра. Для пересадки, естественно, растение пролила. И стаканчик уже будет негодный. Все равно плохо разрывается. Тем не менее, мне понравилось поддевать так вот ложечкой. Специально выделила ложку, чтобы не сильно порушить корневую систему. И вот так вот достаем. Старый грунт я уберу, он нам не нужен. Корешки достаточно уже хорошие, светленькие. Вот ствол уже темнеет, это не болезнь. Это они так деревеневают. Не хватило памяти на телефоне. Пришлось немножко прерваться. Тут поменять на столе, пока почистила. Итак, тиспезия. Пересаживаем. Такие вот корешки. Достаточно уже большие. Грунт она любит. Верхний торф и листовой. Обязательно песок добавлять. Но вот, к сожалению, песка я не смогла добыть зимой, поэтому просто взяла универсальный грунт с вермикулитом. На дно обязательно дренаж. Ну, сажаем, как обыкновенные маленькие деревца. Также пользуюсь своей ложечкой за неимением. Садовые лопатки маленькой. Надо будет хоть из детского набора взять. И подсаживаем. Досыпаем землю. Обязательно полить. После посадки. Чуть-чуть придавливаем. Недостаточно, досыпаю еще. Так, хватит. Тиспезия не любит особо подкормки.
Если делать, то делать максимум раз в месяц, в два по мере роста. И аккуратно быть с удобрениями, с подкормками. Очень любит солнышко растения из солнечных стран. Поэтому самое светлое место. Вот этого корешок чуть поменьше оказался. Тоже причина пересадки у меня, чтобы в стаканчиках не переплелись корни. И легче было их адаптировать. Пересаживать надо достаточно часто, имею в виду до года. Сейчас этого места им хватит на 3 месяца, как раз до весны. И весной, в апреле, когда уже не будет заморозков, буду пересаживать в большие вазоны или горшки. И на лето будут жить на улице. Так вот, 6 штучек их у меня. И все 6 сейчас пересажу. Вот все их посадила. 6 штучек обязательно полить. Вообще сама по себе тисбезия достаточно влаголюбивое растение. И по моему наблюдениям и опыту не любит, когда земля сухая. Обязательно должна быть всегда влажная, но и не любит перелив. Сейчас мы поливаем чуть побольше пересадка, чтобы земля пропиталась. При пересадке тисбезия очень долго приживается. 30% могут не выжить. Уже сколько у меня был опыт. Но все равно при хорошем уходе она даст красивое, хорошее деревце. Вот все, наши растения пересажены.